Привет, дорогие друзья, с вами Тарас Юрист на моем канале. Мне очень много поступает обращений, связанных с вакцинацией, с тем, что как там от нее отказаться, является ли она обязательной и для кого. И я, честно скажу, видеоролик уже записывал на эту тему по поводу вакцинации, и не один, честно говоря. И отдельный видеоролик, где я, честно сказать, часть его там посвятил, упоминал тому, что буквально неделю назад кабинет министров Шмыгаль, он поручил Ляшко разработать соответствующий документ, который будет регулировать, для кого вакцинация в нашей стране будет обязательной. Пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Да, таке було, і, відповідно, достатньо швидко на це відреагували. И на сайте уже появилась соответствующая информация о том, что предлагаем обговорить этот вопрос, там присылайте ваши эти. И, кстати, это до 28 сентября, а сегодня уже, как вы видите, 29 сентября. Ну, все достаточно быстро и молниеносно у них проходит. Существует проект приказа, он сейчас у вас на экране, про затвердження переліку професій виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Хочу подчеркнуть, друзья, что это пока только лишь проект. Соответственно, уже обговорить мы его не успели, но в дальнейшем я расскажу мои мысли, что надо с этим делать, кто, допустим, с этим не согласен, у кого есть там какие-то свои мысли по этому вопросу. Мое личное мнение, что вообще на самом деле вакцинация должна быть добровольная, это должен быть личный выбор каждого, если кто-то хочет, то пусть он вакцинируется, если кто-то не хочет, то тоже надо понять и уважать, соответственно, права того человека. Перелік професій, виробництва та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, вакцинація проти гострої респіраторної хвороби, працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, працівники місцевих державних адміністрацій, працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти, фахової, передвищої, загальної, середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти. То есть, как вы видите, дорогие друзья, если это все будет принято в таком виде, как оно есть, это коснется достаточно узкой группы людей. Это имеется в виду здесь все педагоги, преподаватели и чиновники там, центральных аппаратов, власти нашей исполнительной, а также местных администраций. Обґрунтування необхідності прийняття акту. Вот очень мне это нравится, этот момент. Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичному суспільстві та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Мета вакцинації є захист кожної людини проти серйозних хвороб через вакцинацію чи колективний імунітет. Це, друзі, Європейський суд по правам людини. Це його рішення. Це от тот от разговор о том, что там, где-то там, в Европе, где-то там, очень какие-то хорошие суды. А у нас все судьи и суды очень уж почему-то плохие. Но вы видите, какие очень-очень хорошие решения принимает Европейский суд по правам человека на данное решение и ссылаются в даній пояснительній записці. Відповідно до статті 12 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, працівники окремих професій, виробництва організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, також проти інших відповідних інфекційних хвороб. Тобто, ви бачите, дорогі друзі, стаття 12 закона тоже дает такую возможность совершать прививки. На сегодняшний день я хочу подчеркнуть, что это является проектом. Когда они там это примут, утвердят, как это вообще будет происходить, конечно, большой вопрос. В очередной раз для всех моих любимых зрителей, вот вы всегда мне пишете, почему, Тарас, ты не говоришь, что это все не соответствует Конституции Украины. Я вот специально для вас говорю,
это не соответствует. Если кому-то стало от этого легче, я, честно, хочу сказать, очень рад. Но все-таки мое мнение, что надо искать какие-то пути выхода из этой ситуации, если вас что-то не устраивает. А не рассказывать здесь про Конституцию Украины, которую у нас, ну, наверное, постоянно попирают все наши мужновладцы, все наши госслужащие, все наши полицейские, прокуроры и ажи с ними. Что делать? И кто виноват? Давайте будем разбираться. Електронні петиції, кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію. Терміново ввести кримінальну відповідальність у вигляді покарання позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за примусову вакцинацію. Примусова вакцинація у вигляді погроз, звільнення та або недопуску до роботи прирівняти до поняття примусова вакцинація. Як ви бачите, существує от така от петиція. Вона вже зібрала достатньо багато голосов, в ее поддержку. И срок для того, чтобы набрать 25 тысяч, еще есть. Поэтому ссылочку на эту петицию я обязательно размещу у себя в телеграм-канале. Ссылочка будет на телеграм в описании на петицию. Переходите, подписывайтесь. Там много другой информации, которая не входит в выпуски на YouTube по понятным причинам. И, соответственно, ссылку на петицию я тоже там размещу. Далее я постараюсь ответить на самый популярный вопрос, который мне задают в последнее время. Ну, вот типа нас там хотят уволить, нас хотят не допускать к работе. Друзья, честно хочу сказать, в кодексе законов о труде нету такой статьи, что если вы там от чего-то отказались, то вас можно за это уволить. И я, честно, очень сам бы хотел посмотреть на такие приказы об увольнении по вот таким вот статьям. И уж поверьте, наши многие судьи, многие в нашей судебной системе относятся к этому вопросу именно так же, как и отношусь к нему я. То есть такое увольнение, оно попросту является незаконным. Вас не могут за это уволить. А если у вас возникает на работе вот такая ситуация, не хочешь вакцинироваться, то пиши заявление по собственному желанию. Друзья, немного, наверное, подумайте головой вначале, прежде чем это делать. Если вы сами пишете, то вы, как говорится, сами его написали. Соответственно, не пишите это заявление. Ну, все очень просто. Пусть они вас сами увольняют по статье. Вот так вот, все очень просто. Далее, что я всем советую вам сделать? Осознать себя человеком уже наконец-то. Осознать себя гражданином Украины с большой буквы. И понять, что вы имеете полное право распоряжаться своей судьбой. Понять, что вы имеете полное право распоряжаться своим телом. Друзья, вы сами хозяева своей судьбы. И не надо здесь надеяться на кого-то. Берите сами себя в руки, решайте сами свой вопрос. Я вас очень об этом прошу. Друзья, я не могу решить этот вопрос. Точка. Не могу. Почему? Потому что я не Зеленский, я не глава там СБУ и не начальник полиции. И я не имею какой-то возможности как-то так воздействовать на ваших работодателей, либо еще там на кого-то о том, что вот там сказать такого-то, такого-то Иванова не обижай, еще чтобы вы там не обиделись, как говорится, и чтобы они не обиделись, чтобы вас с работы не уволили, и чтобы все было так, как вы хотите. Уж извините, так, друзья, не получится. Такая вот суровая действительность. Поэтому я всех еще раз призываю, осознайте себя людьми, осознайте себя гражданами, осознайте себя свободными. Поймите, что вы сами хозяева своей судьбы. Думаю, друзья, на этом закончим данный видеоролик. Если он вам понравился, знаете, что делать. Пальцы вверх поставьте. На канал не забудьте подписаться.